сегодняшнего короткого выступления у спортивных пар китайский эндуэт Сюань Вань и Ли Вань. Эти спортсмены во многом неожиданно, ну, лично для меня, во всяком случае, в последний момент заменили номинально третий китайский дуэт. Ну, китайцам беднее, видимо, там был проведен какой-то дополнительный отбор. Чисто по сезону те предыдущие два спортсмена мне нравились чуть больше ванных, но неизвестно, в какой сейчас форме они находятся. И вот в таком составе дебютируют партнеры на чемпионате мира. Начиная с изумительной, с красивейшей, великолепно исполненной тройной подкрутки свою короткую программу. Очень сильный дуэт, ни в коем случае его нельзя сбрасывать со счетов. Достаточно посмотреть хотя бы на тренера. Знаменитый олимпийский чемпион Хон Боджао выводит их на лед. Но вот на параллельном тройном тулупе, к сожалению, партнерша не удержалась на ногах и упала. Сложный заход на лассо. Второе сложное положение на одной руке, сложный выход. Все, что требуется для того, чтобы получить самый высокий уровень. А плюсы – это уже от судей. С такой высоты на одну ногу приземлиться, мне кажется, голова будет болеть. Очень долго. На две ноги нельзя приземляться, нельзя, да? Это минусы, да, получишь. Очень, очень большая высота. Высота, конечно, для четверной. Но в короткой программе четверные элементы запрещены правилами, и поэтому здесь спортсмены ограничиваются тройными выбросами и подкрутками. Мне очень нравится, как Хан Боджао работает, потому что у него... Все тоже пары, так же, как и у Нины Михайловны, Мозер. И ни одна не похожа друг на друга. У них совершенно разные стили, направления, программы и музыки. И в каждой программе можно найти очень интересные вещи. Очень хорошая была дорожка шагов. Она не очень чисто, может быть, была исполнена, но я не знаю, я думаю, что поставят им... Высокий уровень. Третий, наверное. За 2 года до Олимпиады я считаю, что может каждая страна экспериментировать. Когда есть лидеры, конечно, то можно экспериментировать с третьими парами. Когда есть на кого положиться, да, посмотреть, кто идет вторым эшелоном. А когда не на кого эшелон положиться, да, то второй эшелон идет как третий. Сам по себе, что называется. Итак, заканчивается удивительно романтическая. Кстати, именно под романс катались сейчас китайские спортсмены. Их короткая программа. Многое было.